Товарищ полковник, отряды правоохранительной направленности Саратовской области для проведения первого конкурса смотра построены, доложил полковник полиции Остапович. Вольно! В ГУ МВД России по Саратовской области состоялась торжественная церемония открытия первого регионального смотр-конкурса студенческих отрядов правоохранительной направленности. Сегодня здесь, в Главном управлении МВД России по Саратовской области, собралась целеустремленная, открытая, готовая к большим свершениям саратовская молодежь. Уважаемые участники, вам предстоит продемонстрировать строевую, физическую и огневую подготовку. Исполнить военно-патриотическую песню, пройти интеллектуальный конкурс, представить визитную карточку отряда. Конкурс дает возможность заявить о себе, и пусть победит сильнейший. Российские студенческие отряды – это одна из крупнейших молодежных общественных организаций в нашей стране. В ее составе студенты среднего и высшего профессионального образования. Безусловно, от уровня самосознания молодежи зависит общественный правопорядок и будущее нашей страны. Я желаю участникам конкурса успехов, ярких творческих выступлений и, конечно же, победы. 12 команд соревновались в различных направлениях. В первую очередь жюри оценивало спортивную подготовку, стрельбу в тире, интеллектуальные способности и визитную карточку каждой команды. Песню запевай! Вперед! Летали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Еще раз всем большое спасибо за проведение второго смотра. Смотра, строя и песни вложили душу в лавши. Поэтому, родители, сейчас вас все разведут по другим рабочим вашим местам. И на подведение итогов мы с вами еще встретимся. Всем большое спасибо.